Здрасте. Сейчас покажу, как можно перекос таза устранить через массаж средней ягодичной мышцы. Поехали. Показываю. Вот этими вот ручками поставили пациента, либо вашего клиента, ноги вместе, пятки, носки соединили. Теперь делаем вот так. И именно вот это будет определять, как и где нам работать. Вот этими вот руками нужно встать на вертелы. Это вот косточки вот на бедрах. Сейчас на картинке вам они вылезут, смотрите. Эти косточки на бедрах нам нужно определить и встать ровно на них. После этого нам с них нужно вверх соскользнуть и как бы определить их уровень, какая выше, какая ниже. И все, это первое. Второе, этими же руками нам нужно встать на крылья таза. Опять, таз, он вот такой. Сейчас он покажется вам опять же на картинке. Смотрите. И именно этими же руками встаем именно на крылья таза и соскальзываем вовнутрь, как будто бы в живот. И в этом моменте нам нужно определить, какой выше, какой ниже. И допустим, у вас таз. Одна сторона выше, вторая ниже, а с другой стороны таз левая, допустим, уже ниже, а правая выше. И нам нужно найти, где больше расстояние между крылом и бедром. Оно либо вот так будет стоять, либо вот так будет стоять. Если как раз-таки вы находите вот эти вот изменения, этот ролик вам. Я покажу, что делать. Определив как раз-таки, где шире угол у нас, эту сторону средней ягодицы, нам и нужно полечить. Показываю. Теперь, где располагается средняя ягодичная мышца? Она располагается вот именно в пролете между крылом тазом и большим вертелом. Как ее найти? Нам нужно вот так вот поставить руку прям ровно от вертела и прям по средней подмышечной линии, то есть по задней точнее, вот так. И если мы откидываем ладонью вверх руку, свою кисть, здесь будет напрягатель широкой фасции. Нам он пока не нужен. А если мы откидываем ладонью вниз свою кисть, то как раз вот здесь и будет располагаться средняя ягодичная мышца. Сейчас ее проекция вот здесь прям покажется. И что нам с ней нужно сделать? Чтобы удобнее было, нижнюю ногу пациента лучше согнуть. И в этом положении, в проекции средней ягодичной мышцы, нам нужно сделать легкий массаж. Легкий, да, сильно не надо. Можно сделать нежным локтем массажные движения, но делайте это в комфортном ощущении для пациента. То есть не просто «Ха, я нашел тебе эту болевую точку, я крутой, ты ничтожество вообще, погибни». Нет, нам надо делать достаточно мягко. И именно от вертела потихонечку подниматься вверх и находить самые неприятные болевые зоны. К сожалению, эти мышцы, они очень часто вообще вниманию не поддаются, и редко кто туда лезет. Не все массажисты это делают, не каждый самомассажем этим занимается. Кстати, как раскатать эти мышцы самостоятельно, я вот здесь вот в этом ролике подробно показал. Поиздевайтесь над собой, порадуйте себя. И находим самые больные точки, либо это будут пальцы, либо это будут локти, либо это будет кулачок, и массируем до уменьшения этих болезненных ощущений. Раз, два, три. Около 3-5 минут. После этого мышцу нужно немножко натрудить. Как тестировать ее, так же и натружать ее. И опять же, вот здесь подсказочка сейчас выйдет, не пропустите. Но коротко показываю. Просто выпрямляете ногу, удерживаем ее здесь. И все, она уже напряглась, она свою работу выполнила. И просим немножко прямой ногой сдвигать ногой назад и кпереди. Вот и все. Этого достаточно, чтобы активировать эту мышцу. А теперь перепроверим, стал ли таз ровнее. Вы сделаете то же самое, либо самостоятельно перед зеркалом, либо перепроверьте. Смотрим. Поставили ноги вместе и перепроверили. Встали на бедра, на вертелы и соскользнули вверх. И проверили визуально уровень. Встали на крылья таза, соскользнули вверх и проверили визуально уровень. Если у вас углы из вот таких, либо вот таких стали ровнее, то значит вы все сделали правильно. А если же исходно углы были ровные, то вам тут делать нечего. Но все равно поделитесь, у кого есть такой неровный таз. Лайк за то, что я все это с товарищем сделал. Подписка, комменты. Пока!